Наш Никитушка-гусятник всех на ярмарку зовет. Добрый дедушка-проказник веселит честной народ. Во все времена град хрустальный славился умельцами, мастерами, добровольными торговцами-купцами. Уважаемые предприниматели, производители сельскохозяйственной и пищевой продукции, ремесел и народных промыслов, приглашаем вас принять участие в праздничной ярмарочной торговле на городском празднике День Никиты Гусятника! Свой товар рекламируйте, продавайте, да за бесценок не отдавайте! Удачной вам торговли и сговорчивых покупателей! Яркие эмоции, творческие воплощения, возвращение к традициям и море поздравлений. Так гусевчане встречают Никиту Гусятника. Праздник, вернувший былые традиции и ставший новым имиджевым событием для нашего города. Под общее ликование участников и гостей праздника в синем небе появляется символическое гусиное перо и символы трех стихий – земли, воды и воздуха. На сцене в это время блистают артисты, творческие коллективы города. А вокруг идет вовсю бойкая торговля сувенирной и сельскохозяйственной продукцией, предметами декоративно-прикладного искусства. На ярмарочной площади можно отведать лакомства и угощения. А оригинальные сувениры, выполненные своими руками из всевозможных материалов, предлагают покупателям коллективы школ и детских садов. Всем гостям в этот день найдется развлечение по душе. Малыши-поварята лепят из теста причудливые фигурки. Юные художники за мольбертами творят чудеса на холстах. Сложно удержаться от покупки, когда вокруг такая красота. И самое удивительное, что идея возвращения к истокам, воплощенная в дне Никиты Гусятника, стала символом возрождения культурной самобытности нашего города, обращения к былым преданиям. Проект «Дня Никиты Гусятника» – победитель областного конкурса в номинации «Новое туристское событийное мероприятие». А значит, наш Никита Гусятник расширяет свои границы, представляя гусь хрустальный далеко за его пределами. Ждем вас на веселой расписной ярмарке! Ждем вас на празднике «День Никиты Гусятника»!